Под морщину не надо сразу тоже лезть, потому что может утяжелить, да? Непосредственно. Если вы работаете, то только под нависанием. Вот нависание, да? Над ним, на него заходить не надо. Только под ним. Потому что препарат вместе с этим нависнет еще сверху. Он не выровняется, да? Если вы начнете отсюда вкалывать и туда идти, он не выровняется. Он просто нависнет. Меньше как бы, да, получается? Там, где меньше добавляется. Да, да. А где нависло, там поднимаем от обратного. Так. Ну что, куда нам еще вколоть? Еще у нас 0,1 а вот, тут остался. Нужно вот эти вот где-то на носогубку. На носогубке где-то. А если. А, ну, можно вот здесь, да, вот, да? Вот это можно. А здесь болюс мы не сможем иглой поставить. Где? Вот здесь? Да, ну вот, вот. А зачем вы там болюсы собираетесь ставить? Ну, чуть-чуть не Не надо здесь делать болюсную технику. Доктора, потому что, еще раз напоминаю, здесь проходит угловая артерия. Если вы в нее даже не попадете, да? Если вы в нее даже не попадете, вот, то вы можете вызвать давление этим болюсом. Не нужно этого. Есть такие техники, я прекрасно знаю, да? Но я бы вам не советовала, например, я никогда не буду делать. Зачем? Если мы можем линейно-ретроградно, интердермально, точно так же веерной техникой выправить вот эту площадку, даже без ботокса, если вы не делаете пока, да? Но болюсом не нужно ставить. Это быстрее, это проще, безусловно, но это опасно в плане с давлением угловой артерии.